где ты становишься главным. Ты смотри в мои дали, ведь мы это... Мы едем в аэропорт, слушаем хорошую музыку. В Минске солнышко. Алкоголь. Спасибо. Ну кто это такой? Спасибо большое, Беларуси. Все, до новых встреч. Так приятно возвращаться домой. Такой аромат роз по всей квартире. А я быстренько в душ и на работу. Вторая часть. Просто бесподобные цветы. Такой аромат. Спасибо еще раз большое. Ты шикарно. Привет. Привет. Тепло одет? Ты хочешь поверить? Нет, не хочу, я хочу. Я хочу понять. Верить. Я хочу верить. Ты очень искренний человек, и я думаю, что тебе легко определить, где обман, а где ложь. Осталось двое. Денис и Сереж. Я шла к Сергею, чтобы сказать ему о своем решении. Было у меня пара попыток. Или попыток. Кстати, я хотел, что у нас сейчас семья. Семья? Нас с тобой будут приходить. А ты готова? Я очень хочу. Это ведь в первую очередь желание. То желание. Ну и, соответственно, твое желание. Если оно есть, мы всегда рядом. Чего хочешь? Очень громкие слова. Нет, не громкие.
Я хочу, чтобы тебя любили. Нет. Обманывать ни себя, ни его, тем более, ни вас, ни зрителей, не могу. И сегодня я понимаю, что это не я. Я с тобой не могу пойти дальше. Не ты. Ничего не хочу говорить. Спасибо тебе. Человеку. Ты играл? Нет, двумя руками за виски. Ты играл 6 часов. И ты проиграл. Тебе помогала вся семья, но... Но ты не смог с нами справиться. С одной. Поехали. Окей? Какое у меня предвкушение? Когда он говорил, что-то он-то и делал. Такое уже было, когда он пытался украсть. Я невесту свою украл буквально на 15 минут для секретного. Только закончила работать, выбегаю, вылетаю, у меня встреча важная с моей командой. Встречаем Оленьку! Провожаем, точнее, меня. Лёша, у нас идет работа. Мы вам ничего не расскажем. Все увидите 18 ноября в Кроксе. Спасибо большое семье Головиных за такой букет. Поздравили меня с выходом моего второго альбома. А сейчас мы все обсуждаем мое предстоящее шоу, которое состоится 18 ноября в Кроксе.